Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале HardDesert.info, и сегодня я покажу, как на устройстве Vivo S17 сделать сброс настроек приложений. Чтобы на данном устройстве сделать сброс настроек приложений, нам будет нужно перейти в настройки, после чего здесь же, в самом низу, будет система, где мы видим сброс настроек, и пятый пункт. Переходим в сброс настройки, видим сброс настроек приложений. Подтверждаем, нажимаем сбросить, и после этого все наши сброски приложений были сброшены. На это все, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь и до свидания.